Порядка 5 дней работы потребуется для того, чтобы неприметный металлический конструктор легким движением руки превратился в один из главных символов Нового года. 18-метровая красотка возле кинотеатра «Искра» – самая высотная елка во всем округе. Монтаж конструкции ведется уже несколько дней. Впереди еще новогодние украшения и установка праздничного 10-метрового шатра с протяженностью гирлянды 2,5 километра. Будет украшено порядка 800 метров гирлянды. На елке будет использовано в районе 750 елочных шаров, шары разных диаметров, разных цветов. А вот 12-метровая елка возле администрации уже установлена и украшена ранее. 60 игрушек, 90 световых элементов и гирлянда длиной 60 метров. Таков поштучный новогодний арсенал яркой динамической конструкции в центре города. 1 декабря зажигается порядка 10 елок. Это Дрожжино, Бутово, Развилка, Володарка, Молокова, Искра, наша любимая Купеленко. Вот, все елки практически уже на стадии финишной. Кроме елок в городе уже установлены, еще появятся новогодние элементы праздника. Около пожарной у нас установлены ангелы. Мы планируем добавить большие объемные люстры. По городу мы планируем развесить порядка 4 люстр светодиодных высотой 3 метра на каждом кольце. Профессиональные помощники Деда Мороза обещают, что праздничное оформление всех городских и сельских территорий будет полностью завершено к 10 декабря. Галина Житкова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.